58-летний Николай Статкевич – единственный кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, который до сих пор находится в заключении. В мае 2011 он был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в день президентских выборов. Николай Статкевич не признает своей вины и отказывается писать прошение о помиловании. Это принципиальный момент, уверена жена политика Марина Адамович. Лукашенко, очень важно получить от него прошение о помиловании. Столь же важно, сколь для Николая сохранить, скажем так, незыблемость своих позиций и сохранить доверие тех людей, которые за него голосовали. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько, который недавно объявил о своем решении баллотироваться в президенты, считает, что политические заключенные в Беларуси уже давно являются товаром. Наличие Статкевича, человека, который сидит в тюрьме, это назидание тем, кто собирается участвовать в нынешней президентской кампании. Смотрите, что с вами будет. Он может выпустить его, но только тогда, когда будет написано прошение челобитное, либо когда получит хороший кредит от Международного валютного фонда.